Привет, с вами Саня и мастерская «Сами с ключами». Сегодня мы будем разбираться, почему плохо греет печка в автомобиле. Я как-то раз снимал это видео, но очень давно, тогда у меня еще была очень плохая камера. И сейчас, в данный момент, в наше время, это видео уже вызывает боль в глазах, поэтому его будем переснимать. Благо у меня появился новый радиатор. Это радиатор от «Волги». Но разницы между «Волговским», «Жигулевским», а в принципе любыми радиаторами, разница заключается только в патрубках. В какую сторону они направлены, то есть либо сюда, либо вверх, либо как-то вот так вот. Это не имеет большого значения. Принцип у всех радиаторов абсолютно одинаковый. То есть заходит в один патрубок, проходит полностью по верхним, допустим, вот, точнее отсюда, смотрите, если по нижним трубкам, разворачивается сзади и выходит по верхним. Все очень просто. То есть вот здесь стоит перегородка посередине, которая не дает тосолу проходить из этой дырки сразу в эту. Поэтому они проходят по трубкам, разворачиваются, идут по верхним трубкам и выходят уже вот здесь. Давайте его распилим, чтобы узнать, почему он плохо греет. Берем болгарку. Этот радиатор мне не нужен, но если вы хотите разобрать его аккуратно, в каждом радиаторе вот таком есть вот такие вот загибы. Они просто держат вот эту пластмассовую крышку. Берете их отверткой, поддеваете и отгибаете все. И крышка легко снимется. Но мы будем делать все по-варварски. Поехали! Вот они. Наши спирали, которые нам не дают нормально проходить тосолу по радиатору. То есть вот смотрите, сейчас их можно свободно вытащить. То есть вот смотрим, вытаскиваем их. И просто посмотрите, сколько на них грязи. То есть вот через вот эту грязь тосол уже не пройдет. Здесь прекрасно видно. То есть, смотрите, вытаскиваем их все. И просто смотрим, сколько на них грязи. Обалдеть, это самая, наверное, жесткая спираль, которая есть. Нет, похоже, это, но вообще твердо, тяжело выходит. Хоть позатиже бери. То есть, вот смотрите, вот она вся грязь, которая нам не дает проходить тосолу по радиатору. То есть, смотрите, в данный момент все, он уже чистый. То есть, берем, откладываем трубки и отпиливаем вот эту часть. То есть все, смотрим. Не знаю, как это показать. А, вот, видно. Чистая, 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 чистая. Чистая, 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 чистая. То есть смотрите, без этих спиралей. Так, где он? А, вот она. Чистая, чистая, чистая. Чистая, чистая. Вот все абсолютно отверстия, все трубки у нас абсолютно чистые. Вся грязь собирается только на спиралях. Берем. Можем чистить эти спирали и засовывать их обратно в радиатор и собрать, то есть радиатор, если вы его собирались собрать обратно, собираем на место. Вот эту сторону даже не надо было распиливать. Это просто для демонстрации. Можно было отпилить, только заднюю часть открыть, выдернуть спирали, снова намазать крышку герметиком и вставить и загнуть все вот эти вот по периметру. И все, и у вас снова чистый радиатор. Ну и все. Где-нибудь вот здесь будет новое видео, вот здесь старое видео, а вот там подписочка. Все, всем пока, удачи и два туза в раздаче. Всем пока!